Так есть приспособление. Был советский такой ученый Козырев. Он испытания делал с зеркалами. Зеркала, они с их помощью можно расширить пространство и время. Можно сужить и время тоже. И та тарелка, которая на горе, она расширяет пространство, долголетие. Даже можно зайти и ей показать деньги какие-то. Просто умножает все. Все умножает. Вот. Та, которая закрыта, я думаю, что она тоже позитивная, но она сужает пространство и время, и получает там точка очень горячая. И мы будем эти маски, которые нарушили свободы и права человека, ну, просто сжигать. Брахманы, то есть духовенство, которое сейчас вот присутствует, они смотрят этим людям, у которых маски мы будем расщеплять на атомы и молекулы, им желаем счастья, добра, чтобы он был человеком и не нарушал суверенитет других людей. И они сейчас останутся без этих масок. Это значит, что они больше, если будут делать какой-то ущерб людям, нарушать права и свободы, там судья там или какой-то пристав, неважно, он кармические результаты сразу на себя будет брать. И неважно, мы ему можем даже не сообщать. Считается, что даже если записываем ручкой, вот есть идея какая-то, запись ручкой, это значит, что 30%, что это уже произошло. Это очень много на самом деле. Так 30% уже сделано, осталось 70% сюда, и им легче будет, может быть, жить, ну, как бы, их не дело. Так Эгидиус, такой есть Эгидиус, мудрец, да, он говорит, каждый день нужно пачкать, это все делать. То есть эти маски, если маску не по назначению используют, ну, должно быть тот, кто, ну, те, которые их как бы расщепляют. То есть мы не так, что на атомы и молекулы и в пространство куда-то. Мы это все отдаем Нрисимхе, тот, который вот получеловек, полулев, как элементы. Мы будем отдавать элементы просто, ну, как бы расщепляем, да. Огонь, там воздух, эти брахманы, ну, просто присматривают как бы своим присутствием, что все было хорошо. И эти брахманы просто направляют, как бы, вот, вот эту сторону. Если что, меня поправьте, мы друг друга поправим. Копать на сердце. Если что, я только спачу село с пипермяс, нейродевишку с кельвес, только под суверены. Все, что с этой Да, ну, мы все плавном рамка. Jo, tai vis kokia. Užkuriam laužą. Ir tos kelnius į tą laužą. Ir kai bus žarijos, kas, aš manau, kad pasilikit, geras oras. Dar mes per tą žarijas praeisim. Sutiksim juos gatavai. Ir jiems be šansų atstatyti tas kaukės. Jie bus priversti elgtis žmoniškai. Ай, микрофона гол. Твой? Дай добавь пианский песен Саша, сейчас будем провозглашать список. И этим будем открывать этот процесс. Я надеюсь, что в дальнейшем мы все можем сделать
лучше сообща. Есть вот такие священнослужители, с ними посоветуйтесь. Есть такая портал Alpha.lt, Ovidius Lukošius. Ovidius Lukošius. И он использовал, самое главное, молоденькую корреспондентку года Кирбилайте. Ну, стажерка, наверное, вот сказала, ну, она написала там туда-сюда. Ну, была она представитель ВСД, то есть представитель, ну, литовской КГБ. Ну, не КГБ, называется, а ВСД. Это на русском, ну, такое вот. Та же самая КГБ. Да, она сейчас работает в телевидении с таким Томас Лойбой. Так вот, эти маски, под которыми они скрываются, мы, ну, снимаем сейчас, вот снимаем. Потом, а самое первое, это было 15 минут, называется портал, это Маргарита Воробьевайте, мы ее тоже. И редактор этого 15 минут, это Вайдотас Бенюшис. Потом Кирилл Чаховский, он из Делфи портала. Потом Нериус Павелайтис из Делфи тоже. Здесь где-то 35. Потом Томас Шпилькаускас, Каралюм посеводинес, гал ютубе жинот. Исай бувес кашкокю жидиму спецес, бет исай даро токас лайдас ир, ну, дергейшкас токя жодю. Тай мес ирги сусляринсим. Паскеу ира токсай Саулюс Домаркас. Jisai, va, kaip nekeista, iš toj, kaip lyg tai vaišnavo tradicijoje, tačiau mes daugybę metų turim pagrindo galvoti, kad jisai buvęs sovietų saugumo KGB. Nu, žmogelis savo norodė, savo imperijas į VSD. Nu, jisai tuose straipsniuose Asta Matijus. Nu, šiaip, tokia žmogelė, kur labai ten labai pridirgus. Yra Ksionzas. Arnoldas Valkauskas, jis ne tolko ksions, no my snimajam jo masku kak egzorcist. Pečko, solničnoj pečko. Potom jest Laurinas Kasčiūnas, on šias politik balšoj, kak by ministr kakovo-to. Tai tam Kasčiūnui linkime laimės gero gyvenimo kaip žmogui, o jo kaukė čia degins. Tai buvo nakariauti. Nu, taip, čia paskiau yra toksai veikėjas Nikolajus Suk, pasivadinęs Facebook'e. Paskiau yra teisėja Miglė. Kita teisėja yra Aušra. Jos visiškai ignoruoja, kad tu žmogus. Visiškai. Tiesiog tu asmo, ministerijai priklausantis asmo. Ir vienioja iš to visą kitą. Tai kaip sakant, tą kaukę mes nuimam. Tada yra tokia Reda G, kadangi tada yra Karolina U. Jie susikūrė daugybę profilių ir mus leidžia, sako, čia tie suverenai ir sektantai ir ten visa kita. Minutė pro sektantą, što takie sektantai. Международному уголовному кодексе сектанты – это те организации, которые занимаются хищением людей и насилованием, финансово какие-то, ну, махинации. Это образцы так были в Африке, которые массово самоубийства какие-то происходили. Потом в Японии, там в поезде, как, может, слышали какие-то. И самое одно из последних в Литве – это «Синий кит» называется. Ну, дети как-то там, они по видео себя калечат как-то. Вот это называется сектантство. И когда СМИ или кто-нибудь скажет, что ты там, скажем, сектант, это значит, что он заранее хочет набросить на тебя криминальную какую-то шлейфу, что ты неправильный. Но мы берем Декларацию прав человека, смотрим на наши религиозные убеждения, мы 100 можем быть религиозных организаций, ну, если мы хотим понять, там, Бога, там, духовные какие-то вещи. Потом есть такой Рамунас У, потом пристав, это Анстеля, Виргиния, Нотария Аушра,
нотарі Она. Потом, Ганс Люйк, он собственник Дельфи. Я думаю, что, ну, может, скажите хотя бы хорошее одно слово про этот портал. Ну, не считая погоды, что там про погоду, там, может, что-то пишут. Ну, вот, я думаю, что, ну, так он является агентом иностранных СМИ. То есть, а люди думают, что это литовские СМИ, и как бы Акталии какие-то пишут. Ну, это такой агент иностранных корпораций, денег. Витаутас Бенокайтис, он из Дельфи тоже. И еще Раса Лукетите Вранаускине из Дельфи. Kasdar. Monika Garbačiauskaitė Budrė. Surinko kažkokius straipsnius pagal jų fantazijas. Nu, surašė, kad mes ir su vokiečiais, ir su rusais, bet kažkodėl pamiršo paminėti, o gal mes su indais, su indusiais. Bet mes nei tie, nei tie. Mai nei su ruskimi, nei su nemcami, dažnai nei indusai. Наша вот традиция, эта школа называется Санатана Дхарма. Санатана — это значит вечная, Дхарма — значит предназначение души, то есть служить Богу. Ну вот там, так, потом Лаура Блажевичутя, она тоже из ТВ3. Юрга Чапонитя из ЛРТ. О. Рута Юхневичутя из ЛРТ. Ну, я же этнически как бы литовец считаюсь, как бы. Но меня там путать с какими-то, ну, философски я даже не литовец, я просто душа, в теле мужчины. Ну, кто там знает, какие мои предки были. Нужно будет сделать анализы из слюни, чтобы понять, каких-то предков, откуда мы. Миндауга Саушра из ЛРТ. Индиря Макарайтите, тоже там она там, ну, наварила, и сам портал ЛРТ. Мы их, чтобы они не прятались под этими масками, Юрга Тваскеня, ЛРТ. О, дублерис Скирмантас Малинаускас. Чё бус, считам жмогу мес, лабы кокибишкой, двигубой, кип сакант, плоти грубо, чё что-то виса рейкала. Тейк. Norėjau papasakoti visiems, kad sistema puola visais frontais. Ir ne tik tais vadinamus vatnikus, ne, ir puola visokius religinės organizacijas, kurie nepritaria šitai jų politikoje, ne, pagrindinė į konservatorių, ar kaip ten jie konservatnikais vadinasi, vakarietiška ta politika. Ne. Vienas iš jų, vat, konkrečiai mane atakavo, mano įmonė, tai Skirmantas Malinauskas. Ir kaip tik dabar mes jo šitą kaukę, šito demono deginti, tenais kumšito vis tiek, ar tai šmėkla kažkokie apsėdo. Nu taip, taip, apvalyti jo. Apvalysim, šiek tiek gal žmogus, kad ar žmogu. Tai esmė tokia, kad jie daro tai kryptingai, jie pasirinka savo aukas. Pavyzdžiui, ten Šuraivas vieną puolą žmogų, paskui ten šitą Malinauskas puolą, paskui puolą šitie Lapinas puolą tenais. Ir jie visi, kaip sakant, yra kaip komanda, jie veikia kryptingai, niekada nejodina savų, bet gali apjūsinti bet kurį, kur tik tais tu truputį išlindai į viešumą, jie mato, kad tu nesu jais, nesu tais konservatoriais, ar kaip žinia, ir viskas, ir jie žlugdys tavo verslą, jie bando sukelti paniką, bando kažkaip tais šmeišti, žmonėms parodyti, kad va, su šito neprasidėkit, va šitas apgaus, šitas tą padarys, tą padarys. Nesigilindami visiškai į darbo metodus, nesigilindami nei į mano įmonę, nei į kitų įmonės, jie tiesiog skleidžia kažkokius tai paskalas. Tai šiandien deginsim šitą kaukį, kurį vadinasi Malinauskas. O, viskas, taip.
Благодарю за поддержку. Thank you.